самолета Национальной гвардии Украины, на которые сейчас загружаться будут защитные костюмы, маски, тесты, которые будут сейчас тремя самолетами отправлены в города Одесса, Харьков и Львов. Самолет, который летит в Харьков, после этого перелетит в Днепр. И таким образом сегодня учреждения Министерства охраны здоровья, полиция, пограничники, подразделения Национальной гвардии, службы по делам чрезвычайных ситуаций получат необходимые средства защиты для работы с заболевшими или подозреваемыми в заболевании коронавирусом. Наша задача сейчас беречь в первую очередь медиков, полицейских, сотрудников пограничной службы, всех тех, кто будут находиться в непосредственном контакте с лицами, заболевшими опасным инфекционным заболеванием COVID-19 или коронавирус. Мы ожидаем новых поставок из Китая тяжелыми транспортными самолетами вооруженных сил, после чего авиация Национальной гвардии будут немедленно распределяться и развозиться по регионам Украины, чтобы экономить время.